Иду по улице Станиславского в сторону улицы Шишкина. Ну а там дальше уже идет Левитан. Тут узнал, оказывается, что наш дом может быть даже в сторону, где-то в этом районе будут расселять. Здесь такой райончик, расселяют сюда социально незащищенные слои. Ну, всякие там, в общем, люди, которым не хватает жилья, там, ну, аварийщиков всяких. И вот, может быть, мы туда тоже попадем, в этот глухой район. Это улица Шишкина. Вот если туда дальше смотреть, там Левитана будет, вон там храм какой-то, купол торчит. Тут уже дома построены, здесь еще вот строят что-то. Вон там что-то еще строят, краны. Вот это все, если пятак, будет застроен. Здесь все это стоит. На кадастровой карте здесь многоэтажное строительство обозначено. Неужели нас сюда заселят? Ну вот здесь стройка идет вовсю, да? Строят что-то. Дома из керамического камня. Коричневый. Вот этот пустырь нарисован, весь должен быть застроен. Может быть, лет через 5 нам и достанется здесь что-нибудь. Вот в этих вот дебрях. Ну там вот уже здесь уже стройка. Здесь уже построены дома. Уже давно домики стоят. Да, такие. Ну, тихое место, в принципе. Только здесь низина, наверное. Тут еще какой-то забор. Какая-то стройка в самом конце, это Шишкина. И вот здесь дом, какую-то панельку какую-то лепят. Ну, панель как раз это, наверное, для бедных. Такое же дешевое строительство в самом конце улицы. Сейчас я иду вот от Шишкина до Левитана. Пошел туда. Ну вот дома эти, Левитана, все дома. Там панельку лепят. А здесь тоже какие-то кучи. Какие-то кучи, блин, земли непонятные. Что здесь будет, тоже неизвестно. Район, конечно, такой стрёмный. Тротуаров нету. Как в Америке. Вдоль дороги надо идти по земле. Но сейчас по снегу, а потом будет просто грязь. Улица Айвазовского, которая идет от Емельянова. И вот в сторону. Там на Левитана поворот получается. Он немецкий домик, кстати. А тротуаров тоже нету. Здесь не принято, видать, тротуары строить. В такой глуши. На юго-востоке Калининграда. Ну, тут, кстати, есть такие аккуратные домики, вот трехэтажные. И такие разноцветные. И приятненькие. Да. Ну, глухомань, да, жопа мира.